В Мюнхене сегодня проходит казахстанско-германский бизнес-форум. Свои возможности презентуют три области – это Рауская, Костанайская и Алматинская. С немецкой стороны участвуют 90 компаний. Более подробную информацию мы узнаем у нашего собственного корреспондента в Германии Шолпан Найманбаевой. Она находится на прямой связи со студией. Шолпан, вам слово. Шолпан, как слышите? Добрый вечер. Казахстанско-германский бизнес-форум в Мюнхене начался буквально несколько часов назад. Открывал его глава торгово-промышленной палаты Эберхард Зассе, представители Восточного комитета германской экономики. Также с приветственным словом выступил посол Казахстана в Германии Булат Нусупов. Отмечу, немецкую сторону представляют 90 ведущих компаний, которые работают в самых разных отраслях экономики. Это машиностроение, медицина, логистика, туризм, IT-технологии. Из Казахстана также приехала представительная делегация. Это зампредседателя Казахинвест, представители трех областей Казахстана, Алматинской, Кустанайской и Атырауской. Наши регионы сегодня здесь представляют свои экономические возможности. На эту тему более подробно мы поговорим с руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Русланом Кураспаевым. Руслан Садукасович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем привлекательна Алматинская область для немецких предпринимателей и инвесторов? Здравствуйте. Алматинская область, как вы знаете, это один из самых уникальных регионов Казахстана с богатейшим природными ресурсами, с трудолюбивым населением и географическим расположением. Мы находимся на великом, как говорится, и шелковом пути, и сейчас в новом направлении, то, что благодаря нашему президенту было это открыто, Западный Китай, Западная Европа. Мы создаем все благоприятные условия для привлечения инвесторов в Алматинскую область. Как мы знаем, немецкие компании очень заинтересованы работать в Казахстане. Какие совместные проекты планируются реализовать и в каких сферах? У нас открывается сейчас очень крупный мясоперерабатывающий завод. Это немецкая компания со столетней историей, Bauman. Объем инвестиций составит 20 миллионов евро. Это около 450 рабочих мест с перерабатывающей мощностью где-то 15 тысяч тонн с последующим увеличением до 30 тысяч тонн в год. Это строительство. В данный момент идет строительство. Большое вам спасибо. А я напомню, в работе казахстанско-германского бизнес-форума принимают участие представители трех областей Казахстана. У них сегодня запланированы двусторонние встречи. В целом программа форума очень насыщенная. Мы ожидаем выступления заместителя председателя Казахинвест, который расскажет об инвестиционных возможностях Казахстана. Также сегодня запланировано подписание ряда меморандумов. Но об этом более подробно мы расскажем в следующих выпусках новостей. У меня на этом все. Студия. Спасибо, Шолпан. Из Мюнхена, где сегодня проходит казахстанско-германский бизнес-форум, на связи была моя коллега Шолпан Найманбаева.